Добрый день, дорогие друзья! Время бежит, пришел очередной полив. И пока вот здесь у меня поливаются мои цветочки, я сегодня отвечу вам на вопрос о том, как содержатся мои цветочки зимой и где они содержатся. А потом у нас будет с вами обзор вот этой прекрасной орхидеи. Вот здесь окошко, на котором содержатся все мои орхидеи. Ну, не все часть, конечно. Все здесь не помещаются. Сейчас вот орхидея у меня на поливе, и окошко освободилось, и как раз можно вам показать. У меня вот такая подсветка. Сделал мне это муж. Более подробно не спрашивайте, не отвечу. Вопрос не по окладу, как называется. Вот такая подсветка. Здесь вот висят на всякий случай у меня клейкие полосочки для насекомых. Вот здесь у меня моя метеостанция. Показывает, сейчас у меня вот 22 градуса. На самом низу вот здесь у меня датчик лежит 17,4, влажность 44%. Вот здесь вот весь пульт управления. Подсветка у меня включена. Да, еще забыла. Вот там у меня стоит вентилятор. Вот здесь он у меня включается. И пошел работать. Вот. Заколыхали все мои полосочки. Так у меня осуществляется проветривание моих орхидей. Подсветка у меня включается на 12 часов. Вот специально таймер здесь вот. Вот этот вот. Который автоматически запускает, включает подсветку в 9 часов утра. И выключает ее также в 9 часов утра. Вот и ничего особенного. Да, на подоконнике у меня лежит вот такой утеплитель. Вот он такой толстый. Благодаря этому сохраняется тепло 17-18 градусов на подоконнике. Вот он, этот утеплитель. Вот и все хитрости и тонкости. Ну а теперь поговорим вот об этой красавице. Это орхидея Pretty Romance. И это ее первое домашнее цветение. Вот она вот такая. Я в восторге от этой орхидеи. Она такая нежная, такая романтичная. Губка вот эта ее великолепная. Посмотрите, какая. Она мне напоминает девочек в бальных кружевных платьях. Не знаю почему. Вот у меня такие ассоциации. Это крупноцветная орхидея. Цветочки у нее. Сейчас мы с вами померяем. 8,5 сантиметров. Причем распускаются они чуть-чуть меньше, а потом она их доращивает до своего крупного размера. Вот такие крапушки, которые напоминают кружево. Вот усы. Стайка девочек в бальных платьях. Для первого цветения у нее прекрасный объем. Вот еще тут остались бутончик один, как вишенка на торте. Вот. Стоит она у меня на окне. У нее вот такая аккуратная розеточка. Мне в ней все нравится. И розетка нравится. Вот видите, какая аккуратненькая. И цветочки нравятся. И расцветка очень нравится. Красавица. Очень нежная орхидея. Очень. Я на нее смотрю и улыбаюсь.
Она у меня находится в системе двойной горшок. Так, корешки мы еще с вами не посмотрели. Давайте посмотрим корешки. Вот ее корешки. Они еще светленькие, сейчас хотят пить. Как раз она сейчас будет у меня поливаться. Это молодое растение. Корешки еще не заполнили весь объем горшка. Вот видите? Для молодого растения она прекрасна. Я представляю, какая она будет красавица, когда войдет в силу. Вот. Она большая любительница попить? Нет. Пьет она у меня один раз в две недели, я ее пою. Ну, когда цветет, конечно, я ничего не добавляю в полив. А когда формируют бутоны, тогда добавляю монокалифосфат. Вот так. Прелесть. Ну, все, мы пошли поливаться. А вам, друзья, всего доброго. На финальную картинку вот еще вам несколько фото. Это расцветает моя притория. Почему-то в этот раз у нее цветочки чуть-чуть меньше, чем были раньше. До новых встреч, дорогие друзья. Всего вам доброго. С вами Люка.